Всем привет! Сегодня я и моя маленькая помощница. Мы устроили супер девчачью распаковку. У нас сегодня будут Лол и принцессы Диснея. Ну и одно исключение. Это вот такая собачка. Раз она исключение, мы, я думаю, с нее и начнем. Здесь серия собачек. Всего таких собачек 24 штуки. Они в разных костюмах, разные породы. У нас пока нет ни одной. Это наша первая собачка. Так что открываем. Вот мне принесли, у нас была просто без костюма, аналогичная, но это другая серия. О, нет, слушайте, она реально похожа, только в костюме. Такая вот собачка, это костюм божьей коровки. Слушайте, на самом деле прикольная, да, они вообще похожи по качеству. А, здесь она такая упругая прямо. Я думаю, животные с удовольствием такое грызть. Хотя, мне кажется, там наполнитель какой-то. Так, ну что, вот у нас две собачки. И начнем мы с Диснея или с кукол Лол. Что скажет помощница? Куклы Лол, отлично. Коллекция кукол Лол. А, здесь идет 10 коллекций, 10 игрушек в коллекции. У нас уже есть одна. Вот она. Она такая блестящая. Кстати, блестки практически не осыпаются. Так что посмотрим. А, в коллекции идет сама кукла Лол в пакетике. Я один раз покажу. Больше показывать не буду. Мармеладка большая. И вот такая вот наклейка. Она цельная. В каждой упаковке будет такой же набор. То есть наклейки, куколка и... Ой, мармеладка. Камера у меня улетает. Открываем. И нам попадается... О, нет, не повторка. Ура! Попадается тоже блестящая девочка. Сейчас мы посмотрим. Здесь есть вкладыш. Написано про нее. Да, она у нас на самой упаковке. И вот еще раз вся коллекция девочек. Кстати, как интересно, почему-то на коробке была коллекция вот с этой вот девочкой. Здесь я... А, нет, вижу. Вот она. Вижу, вижу. Вторая девчонка такая озорная, с хвостиками, тоже с блестками. Да что ж такое у меня сегодня с камерой? Кстати, блестки не сыпятся. То есть вот такая с блестками. Нашу коллекцию открываем, следующую куколку. Я думаю, можно обратно. Так, опять будет. Открываем следующую куклу. И там у нас, по-моему, кто-то новенький, потому что вижу уже желтенький ботинок. О, снова блестящая. Возможно, не все блестящие. Она в таком вот комбинезончике. Смотрите, как блестит классно. Я говорю, блестки, они такие, знаете, как внутри. То есть они не колятся вот прям, как бывает с блестками. Вот такая красотка. Посмотрим вкладыш. Вот наш вкладыш Can Do BB. И попробуем найти ее. Вот здесь вот она, вот она. Продолжаем нашу распаковку. Так, Ариэль придется подвинуть. Следующая куколка. Если у нас все-таки вся серия блестящая. О, у нас опять новая кукла. Смотрите, такая девочка с сережками. По-моему, остальных не было. Или они такие ненавязчивые были. Так, ну и по традиции смотрим Honey Bun. Вкладыш. Так, дальше. Следующая у нас последняя куколка Лол. Достаем. Также наклейка, мармеладка и кукла. Что нас интересует больше всего? Посмотрим, придется нам новая или нет. Так, у нас... О, здорово! У нас сегодня нет повторок, у нас новая куколка, такая вот блондинка в розовом комбинезоне. Посмотрим ее вкладыш Drag Racer.
еще раз показываю всех. Из 10 у нас уже есть 5 штук. Моя помощница говорит, что это как раз та кукла, которую она хотела. Так что здорово. Из 10 5 у нас в наличии. Будем собирать дальше. По-моему, серия классная. Ну что, продолжим. Принцессы Диснея. У нас на самом деле было 2 варианта принцесс, какие могут попасться. Либо с большой головой, либо... Так, моя помощница сейчас принесет принцесс? Нет, не принесет? Не принесет. Сейчас посмотрим, кто нам попадется. Здесь идет только игрушка. Здесь нету ни вкладыша, ни... Нет, может, вкладыш внутри есть, не знаю. Но здесь сладости нету. Только игрушка. Сейчас мы ее откроем. Что-то какой-то от нее прям такой, знаете, запах резины. Предыдущих не было. Ладно, посмотрим. Так, ну что-то... А, нет, смотрите-ка. Точно, моя помощница была абсолютно права. Это серия большеголовиков. Это у нас, смотрите, прекрасная принцесса Жасмин. Новая игрушка, это здорово, потому что Ариэльки у нас уже попадались. У нас, по-моему, 3 Ариэльки всего где-то. То есть вот Ариэль, покажу поближе. Да, она красотка. Вот Жасмин. Они такие на таких вот подставочках. Ну, по-моему, симпатичные. Давайте попробуем открыть еще 2 наших пакетика и посмотрим. Может, нам повезет. Может быть, попадутся другие. Так. Я тут... Граждане волнуются. Одной мармеладки не хватает. Вот она. Ты ее только что выбросила на диван. Да, там пусто. У нас сегодня мало мармеладок. Некоторым это не нравится, они любят побольше сладостей, но... Так, ладно, что-то я долго открываю. Вот, открыла. Ой, смотрите, это же спящая красавица. Смотрите, она какая красотка, она без подставки. Да, помощница моя говорит, что это самая любимая, потому что, опять же таки, с белыми волосами. Видимо, она предпочитает с белыми волосами. Да, желтая. Слушайте, здорово. Третья игрушка. Я не знаю, сколько должно быть в серии, потому что здесь не написано с обратной стороны. Вкладыша нет, поэтому сколько собирать, сколько должно быть, это какая-то загадка века. Если кто-то знает, напишите, чтобы нам понять, дальше нам искать продолжение или нет. Так, ну что, открываем. Будь здорова. И... Последнее. Слушайте, эти принцессы покупал мой муж, и я ему хочу сказать большое спасибо, потому что он умудрился выбрать все разные. Он прям вообще молодец у нас, да? И нам попалась Белоснежка. Белоснежка, причем она необычно... Я не помню, что в Белоснежке была корона, здесь ей корону уже отдали. То есть у нее тут и бантик, и корона. Она так же, как и спящая красавица, без подставки идет. Ну, видимо, потому что платье. Платье это и есть как подставка. Если у Ариэль, видимо, ей стоять было бы тяжело, и сделали подставку, так как у Жасмин, то у принцесс, у которых есть платьишко, без подставок. Ну что, у нас 4 принцессы, все 4 разные. Они вообще классные, типа а-ля Фанко. Не знаю, есть ли продолжение коллекции или нет. Если есть, напишите, стоит ли нам дальше собирать. Ну, вот такая у нас распаковка. По традиции показываю мармелад, который у нас достался. У нас сегодня его немного, и мы без шоколада, но зато у нас классная коллекция. Покажу коллекцию поближе. Собачка, здоровские принцессы и 5 разных... кукол Лол. Сегодня у нас просто классная распаковка. Все разные фигурки. Ну, мы с вами прощаемся. До новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь. И новое видео скоро появится.